Bəlkə də. Dəstə şəkli çəkib atı bala. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слава нации! Мы с Украины? Да, мы с Азербайджана, но мы Конгресс Украины. Понятно. У меня тоже бабушка украинка, так что ну, мы с вами родственники. Дуже добре. Дуже добре. Спасибо, что пришли. Спасибо. Давно здесь не было украинского флага. Да. Спасибо, что пришли. Вам сейчас я скажу. Вот вы представитель Украины. Да. Что вы можете сказать? Я хочу сказать, что дуже люблю свою Украину и дуже хочу, чтобы она была едина, чтобы все были украинцы и все территории наши были на месте. Чтобы вернули оккупированный Крым и закончилась война на Донбассе и убрал Путин свои войска с нашей территории. Слава Украине! Героям слава! Спасибо! Что у вас? Это наш председатель Юрий Леонидович Осадченко. Он наш председатель нашего украинского конгресса в Азербайджане. Награжден впервые за все время орденом Украины. Ветеран Карабахской войны. Наша гордость, наш лидер, наш вдохновитель. Я очень рад с вами познакомиться. Очень приятно. Вот, скажите пару слов. Что-нибудь. Этот день, как и для всех людей, и для украинцев в том числе, скорбный день, скорбный с одной стороны, с другой стороны, это день победы всего советского народа, я бы так сказал. Поэтому украинцы здесь естественным образом присутствуют. Конечно, Украина несла большие потери во время войны, самые сложные бои шли по Украине. В одну сторону и в другую сторону, поэтому, естественно, много жертв, и мы считаем своим долгом присутствовать здесь. Спасибо, что пришли. Спасибо, слава Украине. Спасибо. Героям слава. Еще один вредный аспект. Молодой человек, а вы добавите что-нибудь? Нет. На украинском. На украинском. Давай, обожаю украинский язык. Що вам хочу сказати? Я хочу привітати всі народи, які перемогли в цій страшній війні. Я бажаю мира. Перш за все, я бажаю мира Азербайджану та Україні. Щоб нарешті повернулися наші території, як Азербайджану, так і України. Щоб нарешті вернули наш окупований Крим. І Путін нарешті забрав свої війська з Донбасу. Це слава Україні. Слава Азербайджану. Слава Україні. Героям слава. Спасибо.